Территория опережающего развития. Такой статус, возможно, присвоит юго-востоку Нижегородской области. Рассматривается, что в эту зону войдут Княгининский, Лысковский, Воротынский, Спасский, Сергачский, Большеблудзинский, Бутурлинский, Вацкий, Перевозский, Большемурашкинский, Гагинский, Пильнинский, Шатковский, Сеченовский районы региона. Эту тему обсудили в законодательном собрании. Планируется, что ключевой характеристикой специализации будет являться высокотехнологичное инновационное сельскохозяйственное производство, основанное на максимальном применении научного подхода и высоких технологий во всех проектах и процессах производства, использование современных технологий, в первую очередь биотехнологий и робототехники. В соответствии с действующим законодательством резидентам могут предоставляться различные преференции, среди них снижение налогового бремени, предоставление земельных участков по льготным ставкам арендной платы, снижение государственного, а также муниципального контроля. Это очень, я считаю, хороший механизм, который позволяет избежать механизма формирования выпадающих доходов из бюджета всех уровней. То есть те, кто работал, они как работали, так и работают. А условием возникновения новых предприятий является те льготы и преференции, которые предоставляются новым резидентам.